Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валде, и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Assassin's Creed Syndicate. Получить предмет, смотри-ка, ну-ка. Все хорошо? На! Спасибо, у меня такая тема уже есть. Ну ладно, здорово. И вправду здорово, почему бы и нет. Так, кстати, давайте клянем на снаряжение по-быстрому, потому что Джейкоб этому прокачали по полной. А что насчет мисс Иви Фрай? Что-то у нее, по-моему, есть то, что мы не одевали. Да, вот это, например. Сразу к атаке плюс 2. Тут у нас все на максимум. Тут накидки новые пока недоступны. Костюм мастера-ассасина используется. Плащ Белодонна есть, но изготовить не могу, потому что не хватает какого-то там ожерелья. Ну что же, понятно. Ладно, что касаемо навыков. Давайте поглядим, сколько у нас очков навыков доступно. 10 очков, между прочим. А это довольно много. Ну что ж, давайте тогда прокачиваться. Расправа уровня 1. Глушите противника, затем выполните комбо-удар с инструментом, чтобы расправиться с ним, нанеся большой урон. Хорошо. И расправа уровня 2. Враги, которые видели вашу расправу над противником, от испуга перестают сосредотачиваться на защите. Окей, прокачу. И осталось еще целых 4 очка. Увеличить период времени, когда можно контратаковать и наносимый урон. Покупаем. Улучшенная контратака. И берсерк уровня 1. Успешные атаки быстрее приводят противника в предсмертное состояние. Тоже приобретаем. И получаем уровень 10. Ну а теперь у нас Иви догнала братика. И, собственно, прокачана она тоже на максимум. То есть у нас оба близнеца Фрай, Иви и Джейкоб улучшены на 100% в плане своих навыков. Осталось теперь прокачать лишь улучшение банды и их оружия. Но нам, к сожалению, на это мероприятие не хватает ни бабла, ни материалов. Грачата уровня 1. Беспризорники, лучшие воришки в Лондоне. Используйте РБ, чтобы пообщаться с ними, они станут делиться с вами более ценной добычей. Ну, только чтобы не принесли, видели эту фигню. Давайте прокачаем тогда. Грачат. Ну что же, прекрасно. Теперь надо вернуть экипаж. Чем мы сейчас и, пожалуй, займемся. И при этом все еще, он должен получить больше 5 стрелок урона. В прошлой серии мы эту миссию начали, покатались с Махараджи, повозили важных политиков на этом экипаже. Пока он там решал свои дела. А он взамен нам подсказал, что необходимые нам чертежи хранятся у королевы в Букингемском дворце. В так называемой белой гостиной. Ну что ж, замечательно. Тихо. Потише. Вся королевская гвардия, вся королевская рать не может шалтая-болтая достать. Как-то, по-моему, так там, да? В этом стишке детском говорилось. Давайте подождем старым инкогнитом, посмотрим, что будет с этой каретой. Верну я таким способом, не верну. Надеюсь, все-таки, что верну. Твою мать, а? Все, тупо ждем. Отлично, мы инкогнито. Но карету все еще не вернули, к сожалению. Какого черта, спрашивается? Готово. Да уж, нужно было тупо в нее сесть и тупо с нее встать. Ну, допустим. Допустим. Теперь осталось лишь покинуть область. Чем мы с вами сейчас будем заниматься? Готово. Семейная политика. Задание завершено. Получаем накидка Плащ Победы. Давайте заценим, что это такая за накидка. Любопытно. Плащ Победы. То же самое по скрытности и защите, но просто выглядит чуть поинтереснее, наверное. Каждый ассасин должен гордиться собой и своей одеждой. Этот плащ не самый скромный предмет гардероба. Впрочем, богатство, как и удача, сопутствует смелым.
Окей. Неплохо. Очень даже неплохо. Так, alright, что теперь? Что у нас следующее есть интересное? Незабываемая ночь. Часть девятая. Что-то мне подсказывает, что это уже получается будет. Но если не финальная серия, то что-то близко к ней. Поэтому давайте, наверное, повыполняем какие-нибудь сайд-квесты и попробуем, например, поохотиться за головами. Потому что уже просто часть серии прошла, и начинать новую миссию... Мне охота, что потом серию затягивать слишком длинной. Лучше потом в следующей серии эту миссию выполним. А пока погнали, посмотрим. Поохотимся за головами. Удивительно, но вся эта территория находится под охраной. То есть она вся полностью красным цветом помечена. Мне здесь бегать нельзя. Здесь кругом стража. А территория, надо сказать, не маленькая, совсем не маленькая. Прям таки офигеть. Так, ну как бы то ни было, мы здесь. Нужно найти Ивана Бенбери и доставить объект живым. А вот и он вопит и лопочет. Кто-то попытается вам помешать. Если что, зовите меня. Наша главная задача — укрепиться в Букингеме. Справимся и получим щедрую награду. До конца жизни будем обеспечены. Меня не остановить. Визельники, кручите ее. Короче, понятно. Шульду победил, тактика не очень сработала. Неважно. На перехват. Быстро бегает ублюдок. А впрочем, норм. Так, перестой и жди. Готово. Погнали. Лучше не лезь ко мне. Тихо. Успокойтесь, мистер Бамбери, если вас правда так зовут. Меня не остановить. Никому. Меня сама пиявка прислала помочь висельникам занять эту территорию. Закрой, пожалуйста, свой рот и посиди немножко в карете. Выпустите! На помощь! Меня похитили! Так, разворот, поворот и полный вперед. Ух, офигеть. Вот это я понимаю, гонки на каретах. Готово. Это было эпично. Нормально было. Даже не вспотел. Что называется. Вестминстер, охота за головами завершена. Далее, нас ждет с вами что-то еще более интересное. Охота на тамплиеров. На это мероприятие я люблю. Люблю даже очень, бедная лошадка. Потому как здесь нужно... Не надо никого похищать, просто приходишь и тупо убиваешь. Иногда, конечно, дают дополнительную задачу, дополнительную вводную, например, убить там с помощью прыжка с высоты и что-то типа того. Ну, посмотрим, как пойдет. В любом случае, утром нужно сначала приехать. И нужно, пожалуй, немного срезать маршрут. Так. Ух, блин, как бедная лошадь мотает и колбасит. Подожди, а почему мне... А, вот оно что. Да короче, тогда проще пешком. Такие объезды просто лютые какие-то. Абсолютно неадекватные объезды. Уж проще вот так тогда, раз. Да чтоб тебе. И погнали. Быстрее!
Что-то там тамплиеры хотели загреться на фоне, но куда им? Да, Иви Фрай. Грозы, мать ее, Лондона. Бить цель из укрытия. Зря, наверное, сюда приехал прямо вот так. Наверное, очень зря. Но, однако, по крайней мере, цель свою я вижу. Кто это говорит? А. Не шуми. Вот и цель. Пробуем бить его из укрытия. Ушла из-под носа. Она ушла. Все на посты. Я не могу больше бежать. Да я ж тебя зову, ну что ты? Вот молодец. Из укрытия же было. Твою мать. Ладно, неважно. Я думал, засчитают как из укрытия. Оно же было именно, видимо, откуда-то, типа там, сток сена, что-нибудь типа того. Ладно, хрен с ним. Так тоже неплохо, по-моему. Охота на тамплиеров завершена. Генри Грин нами доволен. Но это еще далеко не все. Что теперь нас с вами ждет? Убежище банды, акр дьявола. Давай. Там же заодно еще закрытый сундук есть. Что, в общем-то, тоже очень даже неплохо. Так, поехали. Немного по встречке, но что поделать. Давай, родная, давай, давай, давай. Гони, что есть силы. Вот мы, в общем-то, и здесь. Акр дьявола. Ох, блин, Иви. Ай-яй, наверное, это было больно. Так, что мы здесь имеем? Освободить пленных грачей, а также убить 13 человек. Ножей довольно мало, к сожалению. И это печалит. Так, первый пошел. Вижу, в принципе, пленного. Также вижу гребаного снайпера, который может мне помешать. Твою мать, жестко, жестко, жестко. Тихо, тихо, тихо. Что это? Надо посмотреть. Люблю звук хруста. Хруста своей собственной почки, наверное, я думаю, что. Так, два паренька 10 уровня. Это жестко. Они тупо меня не услышат, наверное.
Ну, услышал. Отлично. Вот и иди сюда, родной. Прекрасно. Пошел таки проверить. Проверил. А вот и метательный нож. Ух ты, блин, твою мать. Этот сам побежал. Смотрящий за происходящим. Черт, хана блин грачам, кажется. Так, да, пленных грачей я уже, к сожалению, не спасу. А жаль. Очень жаль. Тупо убили. Ну, давайте тогда хотя бы сундук возьмем. Желтый сундук. Да давай ты, господи боже. Что с ней происходит? Она там что-то забаговала, по-моему, немного. Буквально самую малость. Даже как, в общем-то, и я. Мне-то в окно дурацкое не попасть никак. Никоим образом. Да чтоб тебя, ну... Вот он весь Ubisoft в этом, друзья. В этих долбанных багах. Так, что мы там умеем? Что мы получили? Какую награду? Одну монету? Да блин. Это была самая фейловая вообще попытка захвата этой базы долбанной. Вообще фейливая и некуда уже. Фейлить сильнее просто невозможно. Красиво полетело. Не шуми. На здоровье. Хорошо, учту. Так, ну и теоретически последняя цель. А вот и она. Просто кулаком в спину. Замочила. Ну что ж, пленного грача, конечно, одного я спас, но, однако, видите, мне это не помогло. А то я, наконец-таки, раздобыл кукле легендарного ассасина. А это, по-моему, довольно многого стоит. Так, следующий у нас на цели – освобождение детей. Но для начала поглядим на кукле. Что она из себя представляет? Кукле легендарного ассасина. Оглушение минус 4, атака плюс 1 и смертность плюс 4. То есть в целом неплохо, но все-таки нет. Все же нет, пожалуй. Нет, не буду. Лучше улучшение банды куплю. 5000 монет у нас есть, почему бы и нет. Это стоит 6, подкоплю немножко тогда на нее. Так, окей. В принципе... Цель у нас стоит, погнали. Освобождать бедных маленьких детишек. Почему бы и нет? Почему бы это и не сделать?
Ну или, по крайней мере, попробовать. Давайте, мисс Иви Фрай, поднимайтесь, пожалуйста, выше. Вот оно, красное здание фабрики, уже видно отсюда. Мы уже на подходе. А значит, пора переодеться. Давайте хотя бы здесь не будем торопиться, не будем фейлить. Сделаем все по-качественному. Так. Тут так-то на самом офигеть, сколько народу на этой фабрике тусуется. Минус один. Минус один. Это было палево. Минус три. Ну, так уже интересней. Хотя нет. Ну? Ты что, реально глухой? Понятно. Реально глухой. Хорошо. Хрен с ним. Так, главное, чтобы тревога не поднималась. А для этого стоит сделать так, пожалуй. Ну, отлично. Теперь давайте постараемся найти какую-нибудь точку подхода. Кстати, вот еще одна охранница, ее тоже стоит вырубить. Закрой свой, пожалуйста, рот. И не шуми тут. Посторонний тоже у меня. Так, ну вот мы внутри. Теперь начинается самое интересное. Бригадир мертв. Еще одна охранница мертва. Не бойтесь, дети. Спасибо, мисс. Так. Добегался. Так, где-то тут должен быть сундук. Я хочу его найти, естественно. На всякий случай, чтобы она к детям не приставала, которые с фабрики бегут. Итак, сундучок, вот он. Прекрасно. Не шуми, пожалуйста. Можно мне сюда, нельзя, это не тебе решать. Куда хочу, туда иду. Все, в общем-то, очень просто. Так, очевидные детишки. Да, гораздо лучше. Я знаю. Так, хорошо, по идее осталась последняя тройка детей. Она где-то там, на улице. Ближе. Молодец. Прикольно, она в режиме хамелеона прыгает. Забавно. Не шуми, пожалуйста.
Все, готово. Идеальное освобождение. Все хорошо. Спасибо, мисс. Ну что же, кажется, гроза Лондона возвращается. Целый район опять в очередной раз мы с вами за одну серию смогли взять. Кстати, получаем чертеж на ручь легендарного ассасина у Клары Уди, потому что достигла наша с ней взаимоприятность, или как она, взаимосимпатия, наверное, надо бы правильно сказать, 5 уровня. А это вполне себе неплохо. Давайте поглядим, что за чертеж, что он из себя представляет, но для начала поставим метку в следующую цель. Охота за головами у нас опять предстоит. Так, стоп, нет, карта мне уже не нужна. Что происходит? А-а-а. Принесите мне этих чертовых фраев по кусочкам! Ну ты какая толстенькая. Сейчас тебе принесу. Принес. Надеюсь, тебе понравилось. Мультиубийство. Шикарное притом. Еще одно. На этот раз тройное. Ох, блин, красота. Офигеть. Тройное убийство. Это было эпично. Мы с вами получили какую-то очередную награду в снаряжение. Какое-то новое оружие. Кастет величия орла. Атака плюс 1, оглушение минус 1, смертность плюс 2. В принципе, я считаю, что стоит взять, потому что... Ну, по сути, теряем только одно оглушение, зато выиграем 1 атаку и 2 смертности. Давайте сделаем. Испытаем кастеты. Это, конечно, оружие скорее больше для Джейкоба, чем для грациозной Иви. Ей, естественно, больше подходит трость. Но, впрочем, ладно, норм. Заодно какую-то иллюстрацию получили. Это, наверное, те самые там, где Дарвин я обязательно нарисовал, помните? Забавные картинки. Хотя, может и нет, может просто какие-то иллюстрации другие. Хрен его знает. Так, что касаемо денег, мы копили 6000, да, 6000 есть, поэтому улучшение банды. Покупаем вот эту штуку. Пусть они промахиваются чаще, и оружие взрывается, пускай у них тоже еще чаще. Почему бы и нет? Я думаю, нам это не раз пригодится еще. Так, ну теперь погнали. Охота за головами. Сейчас приду и разберусь с тобой. Ну-ну, приди. Разберись. Давайте, наверное, где-нибудь тут с крыши, пожалуй. Посмотрим. За целью. Доставьте объект живым. А вот и он. Гаррисон Харли. Окей. Мистер Гаррисон Харли. Думаешь, там спрятаться? Остановись! Кто это сказал? А, привет. Не заметил, прости. Так, спокойно. Слишком далеко до этого. Тебе сюда нельзя. Там еще что? Бедолага. Как же так? Вам нужна помощь? А может, кого-то? Неплохо. Ах ты твою мать. Все. Кончились мои ножички. А жалко. Ладно, поставим пока бомбу. Но в целом их уже осталось не так много.
тут разве что шею намылим. Так. Ну как-то все-таки надо сделать по-тихому все это мероприятие. Поэтому давайте подождем немножко. Неохота палиться, чтобы потом опять убегал, мы его догоняли и так далее. Охота все сделать по красоте. Ей сюда нельзя! Сюда кто-то проник! Так, понятно, убегает. Все-таки не получилось. Почти, почти идеально, но все-таки поспешил немножко. Ладно, ничего страшного, догоним. Если он, конечно, не сядет в карету. Но я искренне надеюсь, что не сядет. Все-таки сел. Ничего страшного. Не кричите. Тише, мистер. Вот тебе и не понял. Кто тебя прислал? Не понял. Залази давай. Не понял. Не понял. Пластинку заело, кажется, у мистера Харви. Спасите меня! Так, ну погнали. Знаем погоня. Ну так даже интереснее. Тише. Ну твою мать, что же ты сделал? Зачем главное? Ну ладно, не важно. Тебе. Да, пришлось вам с ним повозиться. Спасибо. Да на здоровье. Федерик Эберлайн. К сожалению, у него 5 уровня пока не достигнут, поэтому пистолет он нам новый не даст. Но, впрочем, и ладно. В целом было довольно весело. Что осталось? По сути, лишь осталось последнее сделать это. Очередная охота за головами. Ну что же, может быть сделать это в этой серии. Хотя она так уже немножко позатянулась. Блин, смотрите, мы из Лондона реально это самое сделали. Осталось лишь только... Охота за головами здесь, и вот здесь тоже охота за головами получается. То есть две охоты за головами выполнить. Ладно, тогда, может быть, оставим их на следующую серию. Надеюсь, что вам понравилось, друзья. Ставьте лайк, если это так, не забывайте про комментарии. И большое вам спасибо за просмотр. Для вас играл и комментировал Валда, это была игра Assassin's Creed Syndicate на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока.